Счастье, оно для каждого свое, но тем не менее, оно имеет три составляющие. Это любовь, это хорошая работа, это дом, где тебя ждут, где, который у тебя есть в первую очередь, и творческая реализация. То есть, как бы, человек, любой человек, он все равно имеет какое-то хобби, и ему нужно через какое-то время, там, даже если у него любимая работа, он все равно хочет что-то еще, вот, человек же всегда стремится к лучшему. И если у него есть вот эти три составляющие, любовь, карьера и творческая реализация, все прекрасно, это счастье.